на. Ой, ну смотри, господи, тряхнул стариной. Видел, как я, а? Ну все, хватит, ты все весь измялся, иди причешись. Зачем? Ну как зачем? У тебя же сегодня день рождения. Не настоящий же. Ну что значит не настоящий? Ты же знаешь, что настоящий я улетаю. Я хотела договориться с девочками, но у меня ничего не вышло. Собачку не купила. Вот устроюсь на спокойную работу, когда стаж налетаю. Заберу тебя из интерната и купим. Купишь? Куплю. Пуделя? Пуделя. Охотничью? И охотничью. Нет, спортивную. Да, спортивную. Псарню здесь заведем. А что такое спортивная? Ну, боксер. Боксер. Мордаться, что ли, так? Ага. Маткая хорошая, как пудель. Что, любишь маму? Немножко. А почему это немножко? Я же маленький. Вырасту, буду любить больше. Хитрый какой. А братика или сестричку хочешь? Я пудель хочу. Ну, будь тебе пудель, я же сказала. Иди расчесывайся. Как следует. Ма, а чего у тебя сын? А кто тебе это сказал? Зеркало. Конечно, ничего. Ма, а мы будем одни. Больше никто не придет. Сынчик, а как же без Алика? Очень даже просто. Он же хороший. А чем он тебе не нравится? Дно на голове видать. Ой, подумаешь. Это что, для мужчины важно, что ли? Ты просто маленький, ничего не понимаешь. Раскрасилась, как попугай. Ну что ж ты сидишь? Ну иди, иди. Открывай. Общий привет! Привет! А, как вкусно пахнет! Ну, давай. Мало каши ел. Смотри. Ну что ты будешь, курочку? Какую? Ножку? Ножку. Торт хочу. А молодому организму нужны белки и витамины. А вот сладкое только вредит. Но организм хочет торта. На. Витя, а как успехи в интернате, а? Хорошо. А получилось что? Пару. Хорошо, интересно, а как ты будешь зарабатывать на кусок хлеба? А никак. Я буду зарабатывать на кусок пирожного. Витька, мне кажется, у тебя что-то на душе. На душе у меня пустота. Ну-ну. Сыночка, ты гулять хотела? Какая там погода на улице? Нормальная. Через дорогу аккуратнее переходи, ладно?
Эй, ты, пацан, выходи. Моя мечта. Угу. Соберитесь с мыслями и начинайте. Я надеюсь, что сочинение нашего класса будет лучшим в интернате. Никто не заглядывает в чужие тетради. Никто не списывает. У каждого должна быть своя собственная мечта. Ты нашел в тетради Грачева? Что нашел, то мое. Не спешите. Следите за грамотностью. Раскрывайте тему убедительно и связно. Иметь мечту – это прекрасно. Будьте внимательны. Старайтесь писать без ошибок. Синьков, ты меня слышишь? Так, Шапира, отлично. Грачев, молодцом. Синьков, прошу. Прыгни. Как всегда, чуть меня не убил. Я не понимаю, Синьков, что здесь сложного? Неужели трудно сделать? Прекратите смех. Давай, Синьков. Давай, Синьков.
На исходную, Синьков. Прекратите смех. Если не считать смертельно больных инвалидов, любой ученик может справиться с этой программой. Давай, Синьков. Ну давай же, давай, ну. Давай, давай. Прекратите смех. Прыгай, прыгай. Ну давай, 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 Синьков, ну. Ты понимаешь, что есть нормативы, элементарные нормативы. Я не могу поставить тебе даже два. Геракл. Сушеный. Бегун прекрасный. Эх, Синьков, Синьков. Да какой это бегун? Это Шушера. Шушера. От земляники. Так у меня целая банка есть. Во! Круто. Ну, бери. Ходи. Я взял. Что встал? Пошел отсюда! Входи. Погодите. Уход. Угу. Грачев, входи за него. Да нет, я не хочу за него ходить. Да ладно, точку, когда он сам придет. Вторую точку поставь. Ага. Да не ставь ты! Почему я не имею права поставить эту точку? Потому что вторую точку нечестно. Ну, Бурмус, ты не видит? Ребят! Чего?
А что такое? Ах ты, шалец-то! Ах ты, что такое мне тут? Устроили! Ах ты, да что ты прицепилась? Ах ты, хулиганы! Ах, вы же тут мне устроили работу! Ах ты, поганец! Ну, хулиганы такие парни! Синьков, ты где был? В туалете. Синьков, ты же не маленький. А туда что, только маленькие ходят? Не остри. Быстро на свое место. Серафима Львовна, это не моя парта. Это твоя парта. А это новенькая. Я ее с тобой посадила. Вот что значит опаздывать. Итак, сегодня мы познакомимся с законом Волли Мариотта. Откройте тетради. Построим оси координат и рассмотрим один из основных газовых законов. Закон Волли Мариотта гласит, при постоянной температуре объем газа обратно пропорционален давлению. А тебя как зовут? Витя. А тебя? Надя. А фамилия Кот? А почему не пес? У тебя одна мамка? Угу. А у меня мамка с папкой не живет. Он пьяница. Твои давно развелись? А мои и вовсе не расписанные. А может, твоего и вовсе не было? Да был, наверное, какой-то. Нагуленный, значит. Так. Все? Бурмусов, к доске. Быстрее, быстрее. У меня в ногах такая лень. Бурмусов, прекрати поясничать. Быстро к доске. Торопись, торопись. Бурмусов, почему свистит свисток чайник, когда в нем закипает вода? Бурмусов, я задала тебе самый легкий вопрос. Но легче просто придумать нельзя. Почему свистит чайник, когда в нем закипает вода? Вода очень горячая. Горячая, поэтому она... Шапира! Ну, вода горячая. Ну и что? Бурмусов, почему... Свистит свисток чайник, когда в нем закипает вода. Ну, вода горячая. Больно ему! Больно! Урок окончен. Соленые огурцы дают. Хочешь, я тебе хватит. Если не жалко. Не зевай, шушера. Шушера! Шушера! Отдай ему огурец, отдай! Что такое твердое положили? Аж синее, наверное, старая курица. А почему тебя шушерой драть? Ты на шушеру ни капельки не похож. Потому что со мной не справился логопед. Кто? Ну, врач такой есть. По ушам ушист, по глазам глазист.
А тот, который разговаривать учит, голосист, а по-научному логопед. И что он тебе сделал? Ничего особенного. Сказал, что я не поддающийся. И что с тобой такое? Я вместо «с» говорю «ше». А я и не заметила. А я только в некоторых словах. Шоше, шушка, шушештвительное. А я тоже говорю «шоше». А как надо правильно? Правильно по-другому, только я сказать не умею. Сережки снять. Завтра проверю. Ишь ты, барышня. Последнего волоска выпадут. Чего нервная-то? Жизнь такая. Ничего, сначала облетят, а потом вырастут, как на дереве. А кушать больше не дадут? Не-не. А если человек на ночь привык поесть? Ладно, я тут одно местечко приглядела, пошли. Ходить, а? Ни капельки. Садись. Чего ты там стоишь? Ой! Вот эта гороховая напугала меня. Где у тебя глаза? В этом самом месте? Домашние пирожки. На, пробуй, это бабка пекла. А папкина бабка жадина. Патрушек напекла, а мне всего троечку дала она. Спасибо. Мышь! Ты чего испугался, ни разу мышь не видел? Видел. А у нас их сарай, видимо-невидимо, если бы ты слышишь, как они все не шуршат. Ты чего? Деревню хочется. Домой хочу. Я тоже. Запусти уже. Так. Тихо. Осторожно, осторожно. Может, собачку посадить? Мам, почему нет никакого таланта, а? А, подумаешь, таланта нет. Нет, тоже нет. Ой, ты же что сделал? А я бы хотел. Алик пришел. Всем общий привет. 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 Как вкусно пахнет. Так, нам нем Пирожецкого и ударим по Чайковскому. Так что... Ой, какой пирог! Как вкусно! Так... Давай сделаем, как в ресторане. Помнишь? Ща, косточек. Сыночка, а чайник вскипел, выключи. Ничего, до свадьбы заживет. До чьей? Ну.
Не понял. А что, пацан обиделся на что-то? Не, ничего. Нет? Ну? Все хорошо. Ты говори, куда? Ты напрасно считаешь, что я его не люблю. Это не я так считаю, это он так думает. Важно, что он не тянется к тебе. Мальчишки даже к посторонним мужчинам тянутся. Главное, что ты ко мне тянешься. Никогда не поговоришь. О чем? Ма, я нагуленный. Что ты такое говоришь? Откуда у тебя такие мысли? Ма, ты была папиной женой? Может, тебе что, паспорт показать? Я верю. Мы уже полвторого. Сейчас я будильник заведу. А в 2 часа ты родился, смотри, через полчаса. Не помню. Ну ладно, спи. Давайте поцелуем. Поздно уже для любви. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А ведь я, Синьков, считала себя тихоней, а ты... Вот послушайте. Моя мечта, чтобы меня навсегда забрали из интерната. И чтобы Алик попал под машину насовсем. Откуда такая кровожадность? И кто этот несчастный, кому ты желаешь такой страшной смерти? Синьков, отвечай. Ой. Ну хорошо, Синьков, скажи, почему навсегда и насовсем ты пишешь раздельно? Синьков, встань и скажи правила о префиксах. Префиксы существительных. В чем? Существительных. Синьков, перестань шутить. Он не шутит. Он только в некоторых словах говорит вместо «се» – «ше». Да? А почему я не замечала? В каких? «Шуше», «шушка», «шушка». Подожди. Ну, подожди. Прости. Так. «Э». «Э». Какая чепуха. Сейчас я научу тебя, как говорить правильно. Это очень легко, садись. Скажи. Шоссе. Шоссе. Нет, нет, неправильно. Слушайте. Шоссе. Шоссе. Нет, Синьков, надо стараться. Шоссе. 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 Физкульт? Привет. Так, объявляю тему урока. Сегодня играем в баскетбол. Команды формируются добровольно. Капитанами команд будут у нас Бурмусов, Петраков. А судья? Федюнин. Поздравляю. Суди честно. Так, формируйте команды. Кому нужен Синьков? Доверите его себе! Доверите его!
Прекратили! Долго орать будем? По местам встали. Так, Синьков, иди к Петракову. Ничего смешного нет. Успокоились. Поехали. Мяч. Молодцы. Так, вбрасывает команда Бурмусова. В интернет отправлял, она мне вот эти сережки одела. Нравится? Угу. Это не мои, это правда мамкины. Она говорит, хоть буду спокойно, ирод не ставит. Это она так на папашку. Он у нас пьющий, все из дома тащит. А мамка взяла и завербовалась. Мы теперь лимитчики. В общежитии живем. От папашки не сдубли? Он нас и там достал. Садить его надо с милицией, чтобы не вякал. Как же засудишь? Свой Сережа. Его мамка по сию пору любит. Он у нас мужчина видный, рослый, красивый. А твоя мамка что, гуляет? Почему гуляет? А ты же в интернат сдала. А, она летает. Ночью? И ночью тоже. Она что, у тебя ведьма? Да нет же, она стюардесса, на самолете летает. А я уж подумала, что ведьма. А у нас в деревне ведьма есть. Люди видели, как она на помеле из трубы вылетала. Она укус молоко высасывает, порчу может навести из глаз. А мама в воскресенье улетает. Хочешь в деревню вместе съездим? А кто же нас пустит? А мы никому не скажем. Папка приказала две кастрюльки купить. Товарищ кассир, сколько стоит тазик? У вас цена не указана. Горшок. Ну и что? Старые пищи. Крышка есть, ручка есть. Эмаль не побитые. Берем. Сейчас заданюхаю. Небо! Небо много! Мать! Глянь, сколько неба! Ехал Ваня из Рязань! Полтораста рублей сань, 25 рублей дуга. Мальчик, девочки, слуга. Эй, слуга, подай карету, а я сяду и поеду. Эй, слуга, подай метлу, я карету подмету. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Ой. Отойдем, а то возьмет и забодает. Если тебя забодает, как же я домой доберусь? Пойдем. Ой, не бойся. Так, которая на метле летает?
где моя бабка живет. Бабка, наверное, к тетке уборела. Ничего, справимся. Я ей говорю, ты только смотри, не рожай. И так жизнь наперекосяк. На, кушай. Угу. А ты знаешь, когда я рожалась, я ножками вперед шла. Сразу ходить умела? А твоя как? Устроила жизнь? Уйду. Насовсем. Куда? Куда вообще? Уйду и все. Насовсем. Какие вы, мужики, беспомощные. Надо терпеть, это жизнь. А зачем мне такая жизнь? А как ты думал, человек не выбирает. С кочки до кочки, да куда-нибудь выйдешь. Маленький, на, кушай, кушай хлебушек, маленький, дружок, красивый мальчик. Что-то дождем запахло. Пойдем домой, Вик, пойдем. Дружок. Деревню очень скучаю. А чё ж тогда в город приехала? Я бы отсюда ни за что не уехал. Здесь и лес, и речка рядом. А в город можно было только на выходные. На выходные? Ты бы пожил здесь, тогда узнал, как сейчас трудно в деревне жить. Надь, а я сегодня в первый раз козу увидел. Ну ничего, в следующий раз я тебе покажу и корову, и свинью, и барашков. Мы же сюда еще приедем? Угу. Всем хорошо видно, а теперь к обезьянам. К обезьянам никто не отстает. Надя, Быстрее, Все вместе, ребята, никто не отстает. Все идем дружно. Бери, оно тает. Бумажку не бросай. Бумажки кладите себе в карман. У меня полдана нету.
Так, дяденька, дайте мне, пожалуйста, лотерейный билетик. Билетик? А деньги у тебя есть? О, один билетик, мальчик. Вот твоя сдача, вот билетик. Они все одинаковые. Спасибо. Лотерея «Спринт», выигрыши от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Почему вы работаете в таком виде? У вас грязная униформа, у вас грязные руки. Это же дети. Потом работаете в торговле. Что вы там? Я не даюсь. Вы обязаны работать в чистом виде. Но я ничего тебе не обязана. У вас должны быть чистые руки. Это же дети. Я вообще не хочу на вас жаловаться. Вы обязаны. Вы обязаны. Ты мне будешь отмешать работу. Ты с мужем своим так поговоришь. Поняла, да? Где же дети? Дети! Что это такое? Ты вообще мою речь уже не слышишь? Боря, что случилось? Боря! Я ее мороженое! Я сама меня укусила! Боря, ну ты же мужчина, ну что? Она меня укусила! Ну ничего, ничего страшного, Боря! Ну ты мужчина, Боря! Ну, Боря, она ты же девочка, ну что ж ты так кричишь, да? Больно ничего, мне. Ну больно, больно, да? Успокойся, скорее! Ну что это, да? Ну что это такое? Товарищи, минимальная цена, максимум выигрыша. Остались одни выигрышные билеты. Сколько? Два. Ну, два. Два. Лотерея «Спринт». Остались выигрышные 6 билетов, товарищи. Последние 6 билетов. Торговлю заканчиваю. Последние 6 выигрышных билетов, товарищи. Моментальные лотереи. Смотри, какие симпатичные. Вить, пойдем, от своих отстанем. Да побежали. Лучшее мороженое! 80 рублей! Лучшее лакомство! Жаркий солнечный день! Улыбки даже радуга зажжется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и пульнечик запеликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Молодцы! А я Богу выиграл! Чего? Может, да не может, что ты выиграл? Ну, покажи, ты выиграл! Почему ты вскочил? Петраков! Дай билет! Задайте билет! На Шушера выиграл автомобиль! На Шушера! Скажите лучше, как там звери поживают. Кто? Рика! Ведёк, ну-ка давай иди сюда. Показывай, что там у тебя. Так, лотерейный билет. Выигрыш? Волга. ГАЗ-24. Витя. Слушай, давай сделаем так.
Чтобы билет не пропал, я положу его в сейф. А когда приедет твоя мама, я передам ей из рук в руки. Договорились? Договорились. Ну вот и все. Пошли. Ой. Алло? Не может быть. Не может быть. Все может быть, Елена Владимировна. Приезжайте. Да-да, конечно. Ой, нет, я сейчас не смогу, я улетаю. Да, а через 3 дня можно? Ну, конечно, можно. Приезжайте, будем ждать. До свидания. Витя, что ты будешь делать с билетом? Как что? Возьму машину, и мы с мамой будем ездить. Мы теперь сможем и к тебе на машине в деревню приехать. Ты же обещала показать барашков, овец. Обещала. Витя, я за тебя так рада. Да ладно, это просто повезло. Синьков, иди сюда. Подожди, сейчас. Витек, дело есть. Пошли? Пошли. Ну что, тротуазом будешь? Угу. За границу буду ездить. Валюты будет много. Да просто ли там жарко? Ну что за разговоры, Витек? Он туда, ты обратно и все дела. Вот, садись. Ну как? Задурить тут? Ты подумай, Витек, от жары еще никто не умирал, а от сквозняков сколько угодно. Ты подумай. Ну я и думаю, там жарко, а тут холодно. А если не тут и не там? Значит, это серьезно. Ну, понесли. Эй, это моя кровать! А тебя вообще никто не спрашивает. Ну, ребят, ну не хочу туда. Поменьше ос жри. Мальчик, мое терпение не беспредельно. Ребят, по-моему, он не хочет со мной меняться. Хочет, Витек, хочет. Аж пищи. Будешь шалить, не сможешь валюту зарабатывать. Ты еще не избавился от этого безобразия? Напрасно кто-то думает, что девочку может украсить золото. Девочку украшает скромность. Немедленно снять сережки. Сиди. Кто мне их надел, тот и сынет вот тапочки. Синьков, к доске. Ну, Синьков, расскажи нам про свои чудеса, только побыстрее. Беру я этот билетик, открываю и вижу. Автомобиль ГАЗ-24 «Волга». ГАЗ-24 «Волга». Опроса не будет.
Витюш, возьми. Спасибо. Витюш! 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 Синьков, ко мне, остальные побежали. Витёк, есть серьезный разговор. Не счёшь насчет чего? В общем, продай мне свой билет. Как продай? Бегаем, бегаем. Ну-ка, подожди. Все будет по-честному. Ну, присядь. Ну, как продать? За деньги продать. Волга, она знаешь, сколько сейчас стоит? Угу. Ну, мама твоя все равно деньгами брать будет. Правильно? Какая вам разница? Почему деньгами? Ну, как почему? Смотри. Мама умеет водить? Нет. Гараж у вас есть? Откуда? Вот, видишь? Значит, под мешковиной простоит твоя Волга. И очень скоро превратится в кучу металлолома. Тебе металлолом нужен? Нет. Значит, выход у вас только один. Продавать. А деньги, они и в Африке деньги. Продолжаем, продолжаем бегать. Понимаешь, Витек, мне другу помочь надо. Деньги он заработал большие, но не совсем легально. Заплатят тебе за Волгу, еще и проценты получишь. Усек? Вячеслав Семенович. Ну? А я хочу живую Волгу. Нет, ты погоди, погоди. Уговори маму продать билет. Продолжаем бегать. Никаких разговоров. Ну, что? Вить, не договорили. Твое слово. Я не хочу продавать. Ну и глупо. Друг может большие проценты сверху дать. Спасибо большое, не надо. Хорошо подумай, можешь много прогадать. Ну что, договорились? Ну, куда ты пошла? А я тебе говорю, эти просто не были не списанные. Они были списанные. Списанные? Да не те. Я молчу, кому достали 40 банок паштета. А при чем здесь паштет? А при том, что и просто не. Ну, ты мне поговори. Поговорю, поговорю. А вы чего встали? А ну, давай, иди. О, дают бабки. Что такое дают, дают? Фу. Сама ворует, а мне нельзя. Ну как, видел? Ха, видел. А теперь, Витёк, я тебе такое покажу. Thank you.
Так, что у вас тут происходит? Репетируем. Ну, Витек, подумал? Нет! Видно? Локоть бери. Так, урок окончен. Кто сегодня дежурный? Я. Соберите контрольные и наведите порядок в классе. Присядем. Ты, наверное, устала после полета. Ой, такой турист был трудный, просто ужас. Знаешь, сейчас все так пассажиры изменились. Раньше они улыбались, заигрывали. А сейчас все злые, требовательные, все что-то требуют. Ой. Надеюсь, ты решила? Насчет чего? Ну, мы же обо всем договорились. Ну как? Никакого криминала тут нет. Знаешь, сколько сейчас бензин стоит, а? А если эту Волгу, не дай бог, тьфу, конечно, угонят, тогда что? Ну, не нравится мне этот физкультурник. Нет, правда, не нравится. Если бы ты видел, с какой наглой физиономией он меня искал в аэропорту, искал, нашел, потом вот эти проценты предлагал. Нет. Ну, тебе-то что, ну? Ну, он просто какие-то свои махинации решает, и все. Ну, и что, а ты свои дела делаешь? Сейчас таких в Москве, во, пруд-пруди. Ну чего ты боишься? Ну не бойся, не бойся. Ну, все за деньги, все за проценты. Куда ни сунься, кругом плати. Но мы в конце концов с тобой и наши дела сможем решить. Наши проблемы. С Витькой надо поговорить, это же его билет. Пойдем. Опять Витька? Ну пойдем, пойдем. В интернате троем все и решим. Пойдем. Пойдем. Ну ладно. Послушай, ну мы все-таки взрослые люди. Давай как-то на будущее решать сами свои проблемы, а? Еще. Ну, давай же, вот туда. Ага, вот тут. Гляди! Последнее слово. Мама приехала! Сейчас мы все решим! Вы понимаете, я сижу? Вы истории?
50 тысяч. Фотографии 4. Не перехвалите. Хвалят. Конечно. Ой, Витюш, иди сюда. Ну, подойди, подойди. Ну, Витька, молодец. Да ты чего? Молодец. Ну, да я... Не отдам ему свой билет! Тихо, не надо! Вы отпустите меня! Витя, что с тобой? Что такое? Витя, хватит вам! Витя, успокойтесь. Не надо мужчину! Выходи сейчас! Витя! Что с тобой? Да не он! Да не он! Витя, как ты себя ведешь, Витя? Успокойся! Ну не отдам ему свой билет! Успокойтесь, пожалуйста! Тихо, не надо! Будь хорошо! Да не надо! Все будет нормально! Хватит! Успокойтесь, пожалуйста! Ради бога! Виктор, подожди! Виктор! Подожди, Виктор! Виктор, иди сюда! Иди же сюда! Вы позволите? В конце концов, мальчик мог купить на эти деньги что угодно. Конфеты, мороженое, конечно, да? А вы не стали бы отбирать у него мороженое? Минуточку, я не вижу никакой логики в ваших словах. При чем здесь конфеты? Вы что? Простите, вы отняли бы у него мороженое, конфеты? Мальчик, конечно же нет, ну что вы? Виктор! Держи. Да вы что? Это же ребенок. Виктор, отдай билет. А? Ты Вить, что? Не надо, плюнь. Дай сюда. Вить, ты мне лучше отдай. Вить, плюнь, говорю, отравишься. Виктор, выплюнь. Боже. Выплюнь, я сказал. Витюша. Все так все. Ну иди. Вот ты уже нашел. Ну что ж ты. Молодец. Да, запей. А мамка-то тебя любит. Нет, нет, все. Арик, ну подожди. Не хочу, Лена, устал, не хочу ну, больше. Все, бегать, все, все, не, все, ну, не хочу. Подожди, нет, давай устал, поговорим. Не надо, надоело, все, все. Мама! Вон один зовет. Мама! Мамочка! Thank you.